Commander of pro-Kremlin militants Mikhail Tolstykh, nicknamed the Givi, was murdered in Donetsk. An explosion that thundered in his office at about 6 a.m. Wednesday killed one of the key figures among the pro-Russian mercenaries in eastern Ukraine. Givi, born in Ilovaisk, Donetsk region, fought against the Ukrainian troops since April 2014. An extremely cruel man, he was widely known for torturing and killing prisoners of war. Ukraine's law enforcers put him on the wanted list for various crimes such as terrorism, abduction, and tortures. Нож! Руку опусти! За это? Зажрать его заставать! Жри, сука! Жри, тварь! Я вас тварь научу! Моих друзей! Рот открывай! Жри, сволочь! А ну руку опусти! Жрать! Котик, открой! Жри, тварь! А что ты трясёшься? Куда? Я же помню. Батя! Чей нож? Что ты здесь забыл? Наемник? Просто военный. Не наемник, а просто... Кто наемник? Поднимите ногу. Руку. Всех вызвали. Да. Глотай, тварь. И покрепче, и глаза тоже. Да. Батя, насчет оружия, все хорошо. Глаза мне смотри, тварь. Откуда ты родом? Скажи мне еще раз. Что тебе ничего сказать, сука? Я задам его к тебе Киевскому району, Петровке. На куски разорвут. И правильно сделают, твари. Ты сюда и следствие. Когда вы высадили в аэропорту, что вы получили от нас, правильно? Всех расстреляли. Правильно, расстреляли. Сколько вас там? Убито сразу 3 200, коробочка уничтожена и 2 взято в плен. А ты видел, что с городом делают? Оце я побачив, що з городом робиться. Я тебя оставляю живых, чтобы ты для всех это рассказал. Спасибо.